Этот матч начали с минуты молчания. 2 ноября – дата особенная для команды «Спарта». День памяти основателя видновского клуба Шабтая фон Колмановича. Можно сказать, эту игру спартанки посвятили ему. И с первых же секунд открыли счет. В стартовом отрезке девчонки набрали 23 очка. Игра отличная, она захватывает. Мы постоянно болеем за наших девчонок. У нас младшая дочь занимается в «Спарте». Так что мы желаем победы. Это уже второй матч между видновским клубом и скандинавской командой, которая располагается на лидирующих позициях еврокубковой группе «С». Первая октябрьская встреча с соперником принесла спартанкам поражение. К этой игре они готовились серьезно и всю первую половину матча показывали отличный результат, значительно опережая соперника. Мы просто в Швеции проиграли 30 очков этой же команде. И я думаю, что они немножко не очень готовыми приехали после такой победы. Расслабились, да, а наши девочки, наоборот, собрались. И вот такой результат. Вторая часть схватки оказалась непростой. Соперники поменяли тактику и в третьей десятиминутке обыграли наших баскетболисток на 9 очков. В заключительном отрезке удача вновь оказалась на стороне команды «Умио». Но набранных очков в «Спарте» оказалось достаточно для итогового триумфа. Наши молодцы. Прям лучшая игра. На сегодня прям просто одно удовольствие смотреть. Молодцы, девчонки. Матч завершился со счетом 79-65 в нашу пользу. Особенно отличились в этой игре Ивана Дойкич и Юлия Гладкова. Они принесли «Спарте» по 15 очков. Молодые спартанки добились важной победы в матче группового этапа Кубка Европы. А следующая игра состоится уже в это воскресенье, 5 ноября. Видновский клуб будет принимать команду «Динамо» из Москвы. Ирина Бокова, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.